Всем привет, ребят! Ну что, сегодня в Brawl Stars глобальное обновление, не такое, как в битве замков. Намного круче, я считаю, добавили гаджеты, кучу всего. У меня даже появился гаджет и возможность купить нового бойца. То есть у меня все герои есть на максималке. Давайте заберем сразу же. Леон создает своего двойника, сбивая с толку врагов 3 раза. Прикольненько. Ну, то есть каждый день, по сути, у меня 1-2 гаджета должны появляться. Такс. Что еще интересного? Новые скины. В принципе, можно забрать. На Эмс. Нифига себе, конечно, забираем на Пенни. Так, отлично. Такс. Что у нас интересного есть? Короче, для каждого героя 1 гаджет добавили. Будем постепенно разбираться по мере выбивания. Давайте Леона используем. Что я хочу? Я хочу сейчас... у нас вариант... либо выбить нового героя или героиню, сейчас посмотрим, кто это у нас. Джеки, это она. Видно вроде она, но хотя тут унисексы все. Так, гаджет получает заряд энергии, двигается на 38 быстрее в течение 3 секунд. Круто. При получении урона превращает 15 урона в контратаку с помощью Ямабура. Поехали, посмотрим на нее хотя бы. Что она из себя представляет? Зональный урон. Довольно-таки неплохо. Бегает шустренько. Ну вот это, конечно, круто. Если 3 заряда будет, да блин. Что за фигня? Артемка. Не дает нам нормально записать видос. Портачит. Такс. Интересно, если зарядить. Сейчас попробуем. Так, где-то здесь центр. Фига себе. Это жестко, ребята. Это реально жестко. $52k урон. Это мы еще не все использовали. Ну, что я могу сказать? Обалденный герой. Надо его выбивать и качать на максималку. Поехали. У нас вариант. Либо мы вытащим... Ну, я думаю, мы вряд ли много кристаллов сейчас натащим. Хотя все может быть. Мне просто интересно, сможем ли мы. Но кристаллы вообще не падают. Шансы, конечно, вообще печальные. О, плюс 5. Нам надо всего лишь 80. Смотрите, не, ну все-таки падают. 65. Давай, рандомчик. Интересно.
хватит ли нам сегодня. Кристаллики падают довольно-таки неплохо. Скорее всего, мы его, ребятушки. Нифига себе, 8. Ну, смотрите, просто изи. Так, еще 4. В принципе, цена его довольно-таки небольшая. 80. Обычно по 200, по 300. Этого бравлера. Ну, рандомчик, давай. Опача! Даже не надо покупать. Вот так вот, ребятушки. Просто изи. Изи вытащили. Так, отлично. Что, у нас есть новый боец? Интересно, сколько нам придется сундуков сейчас открыть? Сколько у нас там? Ой, смотрите, нифига себе, гаджеты отсюда падают. Нифига себе, мы сейчас гаджетов еще нахватаем, походу. Теперь есть смысл открывать сундуки, чтобы быстрее собрать все полностью гаджеты на героях. Да, обнова, конечно, прикольная, что я могу сказать. Ну, у меня, в принципе, видите, у меня суперсилы все у всех прокачаны на максималку. Единственного этого героя нету. У меня только гаджеты будут теперь падать. У нас 33 дня, месяц, короче, я думаю, потолок мы соберем. Ну, наверное, думаю, быстрее, если будем сундуки открывать. Так, ну, два гаджета есть. Интересно, какие шансы на гаджета словить? 2%. 2%, в принципе, не так уж и мало, я бы сказал. Это не вытащить недостающего героя в битве замков. Здесь самое прикольное то, что если у вас уже этот ресурс есть, вы его больше повторно не получите. В этом и плюс прокачки Brawl Stars. Да, конечно, эти сундуки открывать, это просто писец. Муторное дело. Ну, сэкономили. Купим новый скин. Сейчас набьем. Хотя, посмотрите, после того, как мы выбили героя, нифига не падает. Больше. А, не, вот упали. Опача. Надо будет еще билеты посливать. Опача, новый. Пока и все союзники рядом с ним восстанавливают 500 очков здоровья в секунду. 5 секунд, нифига себе. Можно тупо занять центр и стоять. И вам нифига не сделают. Ой, ничего себе, 25 очей. Так, интересно, какой там у нас уже... Какая уже, возможно, прокачка. Так, 7-я сила у нас уже. Ну, в принципе, немного еще. Интересно, сегодня сможем 10-ю силу для нее получить или нет? Блин, ну конечно как-то легко вытащили. Аж не знаю, неинтересно.
Раньше мучились 200 сундуков, 250 у нас уходило, а тут просто пару кликов. Кстати, смотрю, интерфейс поменяли немножко. Седьмая сила отображается, ну, по-другому. Ну, красавчики. Реально, суперсалы, красавчики. Еще 8, нифига себе. Блять, жесть. Такс. Улучшить. Ух ты, 550. Это мы сейчас... Ну, я оставлю те, чтобы сундуки, остальные, чтобы вытащить и большое. Может, там повезет нам суперсилу вытащить сегодня. Если нет, то она, в принципе, на следующий день после выбивания продается уже. Когда у тебя все фуловое. Опача! Шелли, перемотка, отлично. Короче, жесть, надо будет разбираться с этими гаджетами. Считайте, герои полностью с наново переделаны. От каждого героя надо знать, чего ожидать теперь. Еще один. И оставляют на поле боя улей, из которого вытекает лужа липкого меда. Прикольненько. Короче, теперь, ребята, тактики еще веселее, я так понял, что будут. Так, что там у нас по этим? Только половину собрали. Блин, я уже запарился щелкать, реально. Реально какой-то пипец. Джеки. И что я могу сказать? Герой, реально, его за 80 можно купить. Это не битва замков, когда ты 300-400 баксов сливаешь на героя, а потом он стоит 10 баксов. Здесь все намного проще. Здесь эти ресурсы добываются, то есть можно бравл-боксы пооткрывать, накопить и получить там нужного героя. Понятно, что надо длительное время, но это намного проще. Здесь нету такого понятия, что этот герой только донатом и все получается. Так, ну-ка. Ну-ка, на-ка. Давайте, давайте, уже скоро. Интересно, что мы в итоге получим? Сколько всего? Ну, все. Так, отлично. Тан-тан-тан-тан-тан, улучшить. Есть. Ну что, поехали ловить. Еще один гаджет. Реактивные кроссовки. Я себе сегодня прям... Нас больше интересует 10-й супер. Ну... Не то. В конце откроем большой Brawl Box. Опять гема. Нормально, кстати, гема сегодня. Так, еще один Пенни. Прикольно. Блин, жесть, теперь сколько надо на каждом этом браулере играть и изучать, что он может, блядь, потому что просто пипец теперь будет, дикий хаос. Так, все, эти закончились, поехали.
Дальше жмакать обычные. Но теперь получается шансы. О, еще один супер. Турель Джесси поражает ударную волну. Прикольно. Короче, нормально, мы так понял, мы гаджетов подняли уже. 7. 7, и у этого мы купили 8. Ну, считайте, треть сделали уже. Теперь каждый вариант, каждый день просто заходить, докупать. Да, теперь бои, конечно, будут очень непредсказуемые. Ну дайте 10-й супер. Опять придется завтра ждать. Жестко. Оу, щит. Все, мы сделали это. Контрл-дробилка. Изи, 10-й левел. Так, на нее бы супер еще вытащить. Это вообще был бы топчик. Не супер, а гаджет. Новый, но это, конечно, жесть. Ну, либо завтра будем ждать. Давайте уже дооткрываем все. До последнего. Ну, дайте еще хоть один. Короче, слили все в ноль. Ну, считайте, подняли где-то 120 гемов с 200 сундуков, с 300. Неплохо. Все. Чик. Чик. И все. И все. В общем, вот так вот, ребятушки. Максимальный герой у нас уже есть. Конечно, супера нету. Так, 1, 2. Короче, дофигища у нас есть. Гаджетов новых. Много еще нету, но у нас все герои опять практически на максималке, кроме гаджетов. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите, возможно, стримчика буду прокачивать. Всем удачи, всем пока.